Всем привет, с вами Игорь Ивлев, старший юрист компании «Институт УДО». Сегодняшняя очень актуальная тема, интересная, полезная всем, особенно тех, кто стоит на профучете по тем или иным основаниям, им отказывают в УДО из-за этого. Мы пользуемся данным решением, которым делимся с вами. Суть этого решения, позиция Верховного суда сводится к следующему. Человеку отказали в УДО из-за того, что он стоял на профилактическом учете, как ранее совершивший побег. Еще до отбывания этого наказания. Он пытался обжаловать это решение Верховный суд, а не решение, а приказ Министерства юстиции, обязывающий лиц ставить на профучет, которые совершают серьезные правонарушения в колонии и на других лиц, указав, что из-за этого приказа ему отказали в УДО. Верховный суд сослался на постановление Пленума Верховного суда в этом решении, в той части, где говорится о незаконных основаниях УДО, таких как наличие прежней судимости, тяжесть совершенного преступления, недостаточность отбытого срока, и подчеркнул, что нахождение или снятие лица с профучета относится к тем же основаниям, не основанным на законе. Пользуйтесь этим решением, оно нам не раз помогло, мы им всегда пользуемся в тех случаях, когда наши клиенты на профучете стоят. Делимся им с вами. Всем удачи в делах, пока.